ссориться, если поссорились? Нет, ну, так рада разговаривать. Кстати, мы ни разу не ссорились. А, да? За 2,5 года, ну, типа, я вот ни разу с ним не ссорился. Абсолютно ни разу. Ну, прям такой, как-то да, вообще всегда. Где-то... В конфликтных ситуациях вообще не возникало. Вообще нет, мне даже не представляю, не хочется ругаться с этим человеком. Всегда на позитиве. Mm-hmm. Сейчас будет вопрос, который поставит с точки зрения, кто из вас сильнее физически? Тут, конечно. Ну, тут, конечно, наверное. Ну, я его больше вешу, да. Ну, типа, а что так скромно? Ну, по силе, да, а по выносливости он выносливый. Окей, давайте еще последние два вопроса, Иван. Сложный, очень сложный психологический вопрос. Кто из вас лучше поет? Жаль, конечно. Жаль, твой ответ. Ты сам ответил. Ну, не знаю, ну, как бы, наверное, пока что да, может, если учитывать. Еще я мои разные стрельфоты еще потом поют. Пока что мы, знаешь, какой вывод делаем, что Саня очень скромный. Но муха умеет петь так, как я не умею. Думаю, тут слышали. Есть определенный... Раздает. Да, он может раздать так, но я уже не сделаю. Оберу, мне кажется, вытягивать. Последний вопрос от девушки, потому что, ну, мне кажется, мужики его будут задавать, это не серьезно. Пожалуйста, из-за этого. Как вы считаете, исключительно ваше мнение, кто из вас сексуальнее? Что? Я в этом случае... Она просто, она как судья. Это какой-то вообще нарциссизм, да, кто сексуальный? Ну, да, девушки даже начали вопрос. Ну, каждый продумал про себя. Мне кажется, ну, типа, одинаковые. Мне кажется, никого не обижать, да? Ладно, спасибо большое за ответ. Ну, он физически сильнее, мы должны согласиться. Я могу силы взять, типа. Ну, по-честному, да, мы узнали, сколько потратил Нелепова под сумму так давно. Так, ребят, Новый год, вот-вот-вот, хотим тезисно узнать у вас, где какие планы по отмечанию, кто что уже запланировал. Вместе отмечать? Да, Муха, где ты будешь праздновать? Я в Таиланд улетаю, буду тренироваться там. Готовлюсь к бою. Нелепо берешь такой? Слушай, да, к бою? К бою? Да. С кем? С Новым годом? С новыми... Ну, один человечек такой есть, которого я вызвал на бой. Может, знаете, типа, Лев Против. Недавно, прям жесткая. Ну, да, ну не упал, конечно, но... Я хочу там. Подожди, то есть ты вызвал на бой? Ну, типа, да, и в серии, ну, типа, очень много... Всем тебе напшикал на сигарету? Почти. Почти? Ну, хорошо. А когда состоится? Вот это? Пока не уже. Месяц-полтора. Месяц-полтора? И ты точно со своими размерами еще хочешь тренироваться? Мы одинаковые весы. Я думаю, там секунда полтора. Вот так будет продолжаться бой в первом раунде. Дань, у тебя какие планы на Новый год? И где будешь праздновать? Если будет работа, буду работать. Если нет, буду дома с мамой. Пока что ничего, все это естественно. Не планируешь? Сейчас. Но в Таиланд тоже планирует. Все куда я попробую. Миллионы девушек опять, знаешь, идет. С мамой, какой там маленький раз. Как будто ты с мамой Новый год не встречаешь, да? Что же, наш? Разумеется. Миллионы девушек. Миллионы девушек, мне кажется, просто, ой, с мамой жалко, что не с моей. В общем, парни, что хочется пожелать? Песня классная. Так, отстань. Все. О хорошем. Желаю вам успехов в Новом году и в завершении, чтобы песня летела и дальше на все уши. 100% покоряла все чарты. Муха, мы тебе победы желаем. Да. Чтобы тебя не дотянулись до твоего лица шикарного. Нелепо. Тебе, ну... Вообще, так все есть, бесишь просто. Чемодан. Все. Давай просто напомним людям. Вышла песня «Быть собой» прямо сейчас. Находите и есть. Абсолютно точно. Ребят, спасибо, что были сегодня у нас. Нелепо Ледович. Пока-пока. Пока. Thank you.